Добрый вечер, уважаемые телезрители, которые сейчас смотрят нашу прямую трансляцию. Нам это удалось. Мы пришли к заключительным главным боям нашего вечера Red Stifat 16. Хочу напомнить, что те ребята, которые купили трансляцию, они внесли вклад в добро. Напоминаю, что все деньги, полученные с трансляции, мы переводим Богдану Алексею, мальчику, которому 1 год и 6 месяцев, у него есть смертельная болезнь, но ее можно излечить. Каждый может ему также помочь. Итак, спасибо большое всем участникам. Сегодня очень многочисленный был кубок республики. И мы с командой буквально с 7 утра и уже после 7 вечера, 12 часов в деле. Спасибо команде за это. И, конечно же, еще одна радостная новость есть. Я бы хотел в октагон пригласить бойца ММА Юсуфкота Даханова, который в этом году одержал несколько очень значимых побед на нашей республике. Во-первых, стал победителем бронзовым призером чемпионата Белорусского федерального округа, который проходил в Казани. Потом он занял третье место на Кубке России. Это Кубок России, второй по значимости вообще турнир в России, в нашей стране. И недавно буквально еще раз занял третье место на мастерском турнире в Нижнем Новгороде. Юсенко, ты молодец. Также же являешься примером для всех молодых спортсменов, которые у нас тренируются. И также продолжают участвовать, несмотря на какие-то там нюансы, да, связанные там с финансированием, временем и так далее. Это очень здорово, и мы от лица федерации хотели тебя немножко пошли за это. И я тебе предоставляю слово. Всем добрый вечер, всех приветствую. В первую очередь хотел бы поблагодарить президента Федерации Республики Мариэл ПМВА Лобанова Сергея Михайловича за огромный вклад и труд в этот упорный вид спорта, за то, что продвигая, проводит такие турниры, и за то, что дает возможность выступать на таких турнирах и более на всероссийских турнирах и еще выше. Все показали очень классные, мощные бои. До этого кто бился, а кто дальше будет биться, желаю всем удачи. И самое главное, без травм. Всем спасибо. Привет, Райт и тренеру Сергею Залабаеву. Всем добро. Да, спасибо огромное президенту Федерации ММА Сергею Михайловичу Лобанову за организацию данного турнира и за поддержку.